Быть нужным людям и передавать свой опыт молодому поколению. В этом сегодня видит смысл жизни заслуженный юрист России Александр Сухарев. Презентация его книги «Пять ступеней наверх» прошла во Владимирском юридическом институте в ЛГУ. Автор более 30 лет отдал работе в правоохранительных органах. Был следователем, прокурором Владимира и первым природоохранным прокурором области. А когда вышел на заслуженный отдых, начал писать. Я в том самом возрасте, когда уже надо подводить итоги своей жизни. И я, так сказать, возвратился к своим дням, начиная с прокуратуры города Мурома. Я написал книгу, которая называлась «В учениках у мудрого учителя». Я рассказал о друзьях, товарищах, с которыми работал. С учителями ему повезло, считает Александр Сухарев. Учился жизни и работе он у фронтовиков, которые после войны окончили курсы и юридические институты. У них я учился уму, разуму и ответственности за судьбу тех людей, с которыми встречался, или судьбу которых мне приходилось решать. Последняя книга Александра Сухарева посвящена его студенческим годам в Казанском университете. Александр Петрович вспоминает, в то время в этом вузе дипломы сразу после окончания учебы не выдавали. Нам выдали справки о том, что мы имеем высшее образование, нам присвоена квалификация юристов, но мы должны были получать дипломы через год, только после того, как зарекомендуем себя как настоящие специалисты на своем рабочем месте. Однако сегодняшним студентам сложнее, считает юрист. Законодательство постоянно меняется, адаптируясь к реалиям жизни. Его надо знать и правильно применять. Несмотря на то, что учился Александр Сухарев более полувека назад, будущим юристам его книга близка и понятна. Писал Александр Петрович о своих студенческих ощущениях, юношеских, они совпадают практически с нашими, и за 50 лет, наверное, главное осталось неизменным. Это вот стремление студента к знаниям, к практике поближе, желание узнать что-то новое, желание там, не согласиться, может быть, где-то, высказать свою принципиальную позицию. Студенты юридического института возрождают проект, посвященный памяти выдающихся юристов Владимирской земли. Они создали две музейные экспозиции. Одна посвящена нашему знаменитому земляку Михаилу Спиранскому, другая – заслуженным юристам современной России. Студенты также решили регулярно встречаться с ветеранами правоохранительных органов. Встреча с Александром Сухаревым положила начало этой традиции. Татьяна Гордеева, Александр Горшков, «Губерния 33».